Всем привет! Сегодня с вами я, ученица 6 класса Царицынской школы номер 1, Вартанян Элина. Сегодня я расскажу вам о поездке на турбазу, которая у нас проходила. Ну, в общем, когда-то она проходила. Сначала я подумала, что сплю, когда я вышла из машины и увидела пацана с головой лошади. Но нет, это оказался мой одноклассник Саня. Он, как всегда, в своем репертуаре взял 2 мешка еды и маленькую сумочку одежды. Вот, и потом мы все сели в автобус, и нас ожидала карающая кочка, из-за которой я чуть не стукнулась лбом об крышу автобуса. Мы ехали недолго, минут 20, полчаса, для того, куда мы ехали, это было очень даже быстро. Мы расселились, в первый день у нас были всякие эстафеты, все такое. Ну, ничего особенного там мне не запомнилось. А на следующий день было уже весело, на зарядке физрук так отжигал, что мы еле-еле за ним успевали. В общем, когда все закончилось, нам надо было уже отъезжать, все учителя, дети суетились, там кто-то из учителей играл в пикчуреку, от которых вообще невозможно было их оторвать. В общем, мы ехали второй группой, и опять эта карающая кочка, благодаря которой мой одноклассник стукнулся об переднее сиденье, и потом весь оставшийся день жаловался, что чуть не сломал себе нос. В общем, на этом наша поездка на турбазу закончилась. С вами была я, Вартанян Элина, всем пока!